Комментарии и отзывы, типа, на тему того, что э, все взял, типа, все нормально, все пришло. Надежный наркошоп, отличный. Поэтому я думаю, что я просто стал э, поводом для того, чтобы как следует э, пиздато прорекламировать этот магазин. И, возможно, Егор в этом и замечен, потому что мне кажется, что вот эти все аудиосообщения это такая, как бы э, небольшая постановочка. Егор-то уже давно с ума сошел и хуй знает, на чем сидит. Но именно вот такие сообщения, они выглядят для меня странными, учитывая, что Пентиум человек специфический, он несколько раз планировал устроить собственное похищение, типа чтобы похайпиться. Планировал притвориться, что он умер от Передозы и так далее. То есть. Просто на моем имени, как обычно, хайпится, И я бы был даже не против, если бы банально со мной поделились. Я не против. Но ну, хотите, ребят, рекламировать наркошоп? Ну, ну скиньте вы старичку хоть немножечко-то, да, на сербскую квартиру. Ну, да дадепайте вы. А так, в целом, понятно, что маразм – это знатный пиздобол. Если не верите, посмотрите разоблачение Келя на него, который, типа, Письк нос прикидывал еще давным-давно. Ну и плюс ролик полнейшая жижа. Там из аргументации только то, что вот смотрите, Пентиум сказал, что он этим занимается. А Юра, типа, он друг Пентиума. То есть, ну, маловато, блядь, даже для российских судов. Я бы так сказал. У БГ только некоторые старые песни заходят, хотя.